Госдума ужесточила требования к безопасности детского отдыха. Предлагается повысить государственный и общественный контроль в этой сфере. Закон предлагает сделать обязательным типовой договор между руководством лагерей и родителями. В нем будет прописана информация об условиях отдыха ребенка. Кроме того, региональные власти обязаны будут на своих официальных сайтах публиковать список туристических направлений, которые рекомендуются для туризма с детьми. Отдых детей, а также ежегодно, это более 5 миллионов ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно, отмечают в Госдуме. Разработанный закон уже в этом году позволит значительно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности.